Всем привет из Северного Степного Крыма. Вчера было... Сегодня 20 у нас, мая 2021 года. У меня сегодня срок обработки пчел. Ну, через 10 дней я буду обрабатывать теперь весь сезон концентратом масла полыни таврической. Органикой буду работать. Весь сезон обрабатывать. Хочу вам показать, это самая слабая семья на пасеке у меня. Можно посмотреть, какая она там была. О, Надка уже и сюда вышла. Угу. Это еще зимовалый мед, надо сейчас его. Сейчас пчелы переработать. Так вот пчелкам поможем. Ну, вот это чуть-чуть, а так зимовало. Это уже свежего налил. Смотрите, жидкий. Видно? Угу. Зимовалый мед жидкий. Вот. Жидкий. Так. Ну, матка тут уже начинает сеяла. Ну, такая расплодно, так сказать. Расплодно кормовая, да, там как раз. Матка, короче, сюда вышла. Знаете. Заметьте, что я делаю. Сейчас я как раз пересматриваю, делаю ревизию, где кому что помочь. Контролю там на матку. Вот, полностью лупится и засеяно. Засеян, накормленный. А, яички стоят. Сейчас матку если встретим. Ну, лупится расплод и засеивается. Так, а тут пчелы. Вот они перезимовали. Даже такая слабенькая перезимовала. В северокрымском улье. Можно посмотреть, она была очень слабая. Самая слабая была семья. Засеяно все. Лупится и сразу матка сеет. Сразу все засеивается. Видно? Засев стоит, не видно? Не видно. Глаза передают? О, вот она. На красотуля, кстати. А ну поставим на паузу, сейчас мы обрежем крылышко. Давай. Так, обрезал я крыло мамки, пустил, и она туда побежала, в общем. Обрезал, потому что сейчас уже семья начинает расти. А так с прошлого года я ее не обрезал. Сейчас я увидел. Это, по-моему, последняя, да, стала, которая не обрезана. Ну, да. Остальные, по-моему, все обрезаны. Будем сейчас смотреть. Наверное, это там надо по записям смотреть. Ну, вроде бы у меня остальные все обрезаны. Здесь. Вот так вот все. Там лупится и сразу матка. Все заделывает, засеивается. Сейчас маточка рассеивается. Начнет хорошо лупить. Семья в прошлом году сильно пострадала от клеща летом и от бойни. Подливают. Чуть-чуть нектара, но ничего, маточка отвоевывает. Где лупится, он маточка отвоевывает. Подсеивает. О, они там уже внизу, сейчас посмотрим. Сейчас они начнут на два корпуса работать. И уже, в принципе, им уже магазин будет тоже кидать. Сейчас акация начнет. Будет им кидаться тоже магазин. Сейчас стабильное тепло наступит. Потому что семейка такая послабее. Полностью расплод. Расплодная. Главное, чтобы пчелки налупилось побольше. Маточку откормят, она сейчас рассеет. Нормально. Семейка восстановится, будет хороший медовичок. Ну, все, матка засеяла. Лупится и сразу все сеет. Сразу же все засеивает. Здесь такая же история. Засеивает, тут кормленый. Он лупится все. Вот пчелка лупится, видно. Вон. С ними лупятся пчелки. Вон вылазят уже молоденькие. Это самая слабая семья. А сегодня, получается, семья у нас. Ну, это в основном корм. О. Мед, сейчас я вот этот старый мед распечатаю, чтобы они его переработали. Тоже интересно, сейчас посмотрим. Каком он состоянии. Такой жидко севший такой. Он жидкий.
А, с кристалликами. А, чтобы пчелы его переработали, просто. Это нормальный мед, ничего не плохого нет. Просто он пчелкам не понадобился, сейчас я его распечатаю. Ну, что это снимать не буду. В общем, сейчас я его распечатаю по кругу. Вот так вот, я думаю, внизу она еще пока не работает, но скоро она и вниз спустится. Ну, мы этой семейке сейчас акация зацветет, начнется такой. Потому что взяток идет, ну, обычный сразу на траве, а пока еще акация не цветет. Зацветут акации бурно, тогда я этой семье подкину. Ну, буду смотреть, она будет подливаться, я ей тогда решеточку ставлю и магазин сверху. Пусть они, эта семейка уже начнет. Ну, они там нормально, пчелы уже, она начнет собирать. Один магазин вполне можно ставить, может даже и два, посмотрим. Ну, один точно буду ставить. Спасибо за просмотр, всем пока.